Макс хочет взбодриться, пацаны, давайте остановим. Все, ребятки, вот она, стена троллей. Массив троллей. А? Да, Саня? Под стену, сверху громыхает, льды оттаивают, летят вниз. Звуки просто как будто бы какие-то бомбы взрываются. Хотели на заброску, ребятки. Посмотрели гору. Все отлично. Завтра лезем. Ехай. Баули надо? Сейчас достану. Всем привет! У нас второй день на стене. Прошла первая ночевка на стене троллей. Собираемся. Ночевали веревки над землей. Провешали еще около 3 веревок. Там вот Макс стоит на станции. Просыпается. А теперь посмотрим, чем занимаются парни внутри платформы. Парни, как дела? Всегда мечтал об этом. Как прошла ночь? Не, на самом деле тепло и хорошо. Куда он полетел? Ну, я тебе что и говорю. Дюшки, братан. Да все равно ты туда сейчас упадешь. Я тебя поэтому и тяну. Недавно висели вон там. Теперь находимся в приюте. И вот наши веревки. Новая динамика. Просто один момент, один удар. И все. Веревку обрубило так, что аж концы оплавило сразу. А вот на этой должен был Макс висеть. На этой хрени мы дельфериали. Отступать всегда сложно. Но ни одна гора, и не вот эта в том числе, не стоит даже фаланги пальца ни моего, ни моих друзей. Поэтому решение было принято осознанно.